Хайок и Сумишуки, мы продолжаем проходить игру под названием Mimpi Dreams. Либо Сны Mimpi. Короче, у нас с вами несобранные кости здесь в третьем уровне. Но их потом буду собирать, когда пройду уже до конца. Погнали в сказочный мир. Здесь у нас 37 костей. 37 костей. А, все мои подсказки слетели? О, у тебя не растут волосы, не беспокойся. Ну да, типа, она осталась одна, куда-то две делись. Ну, типа, понюху их найдет, как говорит. Твои волосы словно ступеньки. Ого-го. Ну и дракон. Так, а вопрос, что мне с этим делать? Ладно. Дело в том, что здесь ничего не нажимается. Проскочить между огнями я тоже как бы и не смогу. О, подожди, вот там облачки движутся. А заметьте, как... О, теперь я могу спрыгнуть. Ну, допустим. Так, а теперь главное, чтобы меня дракон не раздавил. А, он меня не так не давит. Опа, одну мы нашли. Да, дракон там. В смысле? Стоять. Хорошо, дракона мы пока что еще не победили, да? Ну, открывай давай. Спасибо. Возрожденный, да, но достижение. Значит, я должен был умереть. Может, мне нужно по несколько раз умереть в одной и той же сфере? Так, подожди, а как мне получить? А ну-ка, если я резко. А, я не допрыгнул. Я пос... Либо допрыгну. А, тут облачко есть. Так, ну допустим. Фламинго? Так, один со сломанной ногой. Второй разбулся, чтобы не портить обувь. О, там два великана, смотрите. А вот и домик на курьих ножках. А, я думал, я могу там пройти.
Походу все. Я тебя не пропущу. Типа подними наверх. Типа что похоже на вот это? Ну, вот эти. Все? Ну меня вот мне. Мне вот это не очень нравится. Ладно, поехали вниз. Готово. Так, ой, там призрак. Либо это не при. Но не, я смотрю, просто так мне не откроют, да? Хотя, возможно, они мне откроют. Но я лучше буду немножко подальше. Возможно, они мне даже путь откроют. Я понял. Я понял, не глупо, все, ухожу. Ловушки, ловушки, ловушки. Я могу на них прыгать. Главное собрать все косточки. И не пропустить, как тогда мы упустили на пиратском уровне. Я вообще не понял, как я потерял их. Где я мог упустить? Я же все собирал. О, может тут еще достижение насчет поджечь все факелы в катакомбе. И типа будет называться что-то. Ладно, не важно. Так, призрак мне уже не нравится. Странный призрак, я не пойму. Типа он одноразовый был? Так, ладно, схожу сначала туда за этими, за костяшкой. Да видите, вот они поджигаются, значит что-то связано с факелами есть. Я ж каждый угол изучил. Короче, примерно я понял. А, вот там. А я туда как раз вот и не попал, да? А хотя, может быть, еще смогу туда попасть через это место. А, посмотрим. Там я рыцаря могу собрать. А я могу вот так сделать? Хоп. Ладно, не могу. Типа он сейчас будет потихоньку подниматься, я должен буду успеть, да? А нет, нормально. Чел, я походу там твое тело нашел.
А вот там нужно будет осторожно тогда забрать косточки. Отлично. В чем здесь прикол? Ясно, ни в чем. Факел из сказки. О, ну я офигеть, я же говорил. Я не хотел, чтобы мне попало. Главное, что я собрал, остальное пофиг. Ладно, везение на моей стороне. Жалко, что здесь больше не... Надеюсь, мне не нужно цвета запоминать. Ладненько, принесло. А, это которая спящая. Подожди, а мы то и помогли? Которая с рыцарем. А я не помню. А, просто перевернуть все эти, чтобы загорелся свет. Так, чучел, мочучел, едь ко мне. Ну, хотя бы все кости собрал. Так, у нас последний, да, остался уровень? Ладно, какая-то птица, грустная. Пару потерял. Пропал. А, ее закрыли. Я герой, круто, говорит он. Так, а сколько здесь у нас было косточек? 31. Мы тебя не пропустим, почему? А, король. Не пускай собак. А, типа они боятся собак, что ли? Ну блин, ну здесь логично, как все это делается по цвету. Только я вот не знаю, это зеленый либо... Так, это дерево из каких-то цветов? А нет. Нихера себе музыка.
херовая такая ж музыка. Воу-воу-воу-воу. Так, нет, мне сейчас сюда. И по этим за косточкой. Все отлично. Блин, почему когда я играю левой рукой по кнопкам, оно вообще неудобно. Блин, а как это провернуть? О, найс. О, гуримоды. Мы теперь как агент... О, блин, как это вы... Этот агент там назывался, я уже не помню. Том Клемсин? Не? Агент ЦРУ. Так, а вот этим уже можно на голову запрыгнуть. Человеческий наездник. Один фиг, мне нужно было прыгать на этот. А, подожди, у меня два варианта. Либо наверх пойти, либо поехать... Короче, либо вниз, либо наверх. А, ну уже ясно, куда мне. Так, отлично. Ага. А ничего, что я не допрыгиваю? А, теперь я типа допрыгиваю, ладно. Короче, понятно. Легче. А, то есть, я думал, он сбросится и заново начнет ко мне идти. Так, это у нас последний, да, уровень? Потом мне нужно будет побегать в один уровень, там, где пираты были за костями. Ладно, не беда. А, не беда. А, не, не беда. У меня за той костью все равно нужно лезть. Времени у нас, в принципе, еще 12 минут. За 12 минут мне интересно бесконечное решение, что там будет. Короче, ясно, я не достаю. Не знаю, что там, но я не достаю. Так, ладно, поехали. Ого, тут драгоценностей. Ну, еще целые две подсказки надо найти. А, ему нужен джем. Типа, тебе нравятся вишни? Ага.
Но с другой стороны, здесь дохера яблок. Закопался. Лолки-головоломки. Ну, в принципе... Я могу все сделать таким образом. Так, хорошо. А, мы в канализации были? Это здоровый туалет? Но... Ну ладно. Не-не, подожди, подожди, сюда. Ну, теперь можно идти дальше. Главное было не упасть на тот кактус, не упасть на вилке. Так, хорошо. Тихо. Фух. Смог. Так, злой король говорит, сюда собакам нельзя, либо жди смерти. А где курица? Освободи ее. А, прикольный челик. Там показывают крест, что он с крестом. Ой-ой-ой. Ладно. И чё? А, то есть мне нужно было сюда обязательно прийти? Ну ладно. Но видите, он там просто стоит с факом. Вот. Ну чел, наверх мне. Все, отлично, поехали. Это типа камень, ножницы, бумага, да? Типа аналог. Так, подожди, это сейчас нужно думать. Короче, мне кажется, если я буду просто все нажимать, то в конце концов я выиграю. Окей. Я не знаю, была там ли какая-то логичность или нет, но... Пусть будет так. Видите, главное, если все быстро делать, тогда можно довольно быстро все успеть сделать. Это последняя косточка? Подождите, я не помню, сколько у меня костей. Опять я где-то одну кость потерял. Выполните первых 5 снов. То есть их тут больше.
Спасибо вам, что поиграли в Mimpi Dreams. Мы работаем на не покладая рук днем и ночью, чтобы создать новые уровни. Вы будете получать их бесплатно. Следите за обновлениями. Ну, значит, это еще не все, значит, еще что-то будет. Так, значит, где-то одну я здесь кость просрал, и здесь три штуки. А, 100% мы прошли, то есть кости даже не обязательно. Костюмы. Костюм цыпленка, что это значит, костюм цыпленка? В чем зависит уровень сложности? А, это, блядь, графика, а не уровень сложности, ладно. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет бесконечный режим. А, вот это оно, походу, является. Хотя бесконечный режим, возможно, это за один раз пройти без смертей. Как вероятность? Хотя, с другой стороны, что он может из себя представлять? Ну, типа, смерти, я не думаю, что здесь вообще можно выиграть. Ну, типа, у нас... Мы только умирали, когда мы этого сами хотели. Так ведь? Ну, походу, да. Да, это просто получается чистый режим для спидранеров, если вы хотите с одной жизнью пройти игру. Чисто сейчас следующий, да, выйдет сон? Давайте вот специально просто пойду и погибну. На чем-то, я не знаю. Хотя да, можно легко облажаться на тех рыцарях. Вот просто ты ровно не упал, и все, ты в принципе погибаешь. Да, это все дело можно заспидранить. Так, а чего мы тогда могли проиграть, я не помню. Ну, лифт падает, это не то. Ну, слушайте, если нам игра показывает, что мы прошли на 100%, тогда я не вижу смысла дальше просто собирать кости. Тогда почему мы с вами бы на этом не закончить? Я сейчас просто на чем-то погибну и посмотрю, что будет. Давайте вот в кислоту прыгнем, да и все посмотрим. Да. И все. Хотя, мне кажется, если это пройти, может, тоже что-то будет. Типа макарону получим. Ванька, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.